Начнем программу с рубрики, под которую очень хорошо лузгаются семечки. Новости нашего двора. А у нас во дворе ча-ча-ча. Первая новость. Кировчан приглашают на флешмоб «Час земли». «Час земли» — это такая международная акция, когда вся планета выключает свет и бытовые приборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Но если в других городах мира, таких как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, это будет реально «Час земли», люди будут думать о будущем планеты, то что-то мне подсказывает, что в Кирове это будет «Час мародерства». А у нас во дворе ча-ча-ча. Еще одна новость. Кировчан не пустили в гей-клуб. Дело было так. Молодые люди хотели посмотреть на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, но их не пустили. Сейчас эти мужчины всерьез хотят после судебного разбирательства на коне войти в этот гей-клуб. Желаем им успеха. А у нас во дворе ча-ча-ча. И последняя новость. На сайте администрации города Кирова опубликовано постановление разработать вопрос реализации проекта по созданию круглогодичной гоночной трассы в Слободе-Талица. Флаг им в руки. Хоть где-то в городе будут нормальные дороги. А у нас во дворе ча-ча-ча.